Вы знаете, вот я простой российский гражданин, но с 93 года я не въездной в Америку. По непонятным для меня причинам. Вот одновременно с Иосифом Давыдовичем Кобзоном мы одновременно попали в эту историю. И нет никакого объяснения со стороны аппарата, там, чиновничего, дипломатов или еще тех людей, от которых зависит решение этого вопроса. Вот. Поэтому, хотя я был в Америке, был, наблюдал, смотрел, замечательная страна, но, видимо, аппарат настолько закостенел в своих задачах, или я не знаю, как по-другому назвать. Вот. Поэтому я даже не сочувствую тем людям, которые не въездные в Америку. Там, наверное, нам делать нечего. Есть много дел и проблем, которые нужно решать здесь, в России. И то, что вот люди, которые сейчас не выездные, те, у которых там бизнес, у которых там дома, еще что-то, ну, я не знаю. Наверное, пусть подумают, переезжают обратно сюда, в Россию. Работать надо здесь и хранить свои сокровища, деньги, имущество надо в России и вкладывать деньги сюда, в нашу страну.